31 октября при поддержке клиники Хадасса и Московского международного кластера прошла третья встреча в формате Let's Talk About Medicine. И посвящена она была миелоидному лейкозу. Люди с острыми миелоидными лейкозами, которые мы сегодня обсуждали, требуют, собственно, мультидисциплинарного подхода, и не только медицинского, но и этического, человеческого, для того, чтобы эффективно их лечить. Обсуждались доступ пациентов к лекарствам, тестам, экспертиза врачей, отношения между врачами, отношения врача и пациента, вопросы персонализированного подхода и многие другие проблемы. Здесь есть возможность спокойно задать вопрос, получить ответ эксперта международного класса, и при этом нет ощущения такой скованности из-за того, что человек за трибуной, и он отделен от зрителя. Есть ощущение того, что возможно получить какой-то фидбэк от эксперта, и это очень здорово. Участники и эксперты в очередной раз подчеркнули удобство ток-формата таких встреч, которые регулярно проводятся в Московском международном кластере. Поколение академического сообщества, они сегодня могли совершенно точно сказать: вот это разгильдяи, ну как так можно вести такой формат? А на самом деле получается бесконечно душевно. Мы рассказываем прописные истины, но очень простым языком. У нас будет все больше и больше появляться спикеров, которые смогут действительно донести информацию. А от этого, как мы понимаем, зависит очень многое.